sfârșit, arie Carelia Filipă, из оперы «Дон Карлос». Верди очень любил творчество Шиллера. К сожалению, ему не удалось, они не смогли встретиться, потому что Шиллер умер очень молодым в 1808 году, а Верди лишь родился в 1813. Но тем не менее он был всегда горячим поклонником творчества Шиллера. Опера «Дон Карлос» написана на сюжет пьесы Шиллера, в свою очередь заимствованная из Средневековья. Сюжет очень сложен, запутан. Ария, которую вы сейчас услышите, это ария, в которой Филипп размышляет сам с собой о том, что королева Елизавета, которая является его женой, которая первоначально должна была стать женой его сына Дон Карлоса, конечно же, его не любит. Он говорит: «Элла мамай джемо», она никогда меня не полюбит. И он не знает, что с этим сделать. И когда приходит инквизитор и говорит о том, что Дон Карлос готов поднять восстание, король понимает, что, может быть, для него это возможность избавиться от сына и таким образом убрать соперника. Арию исполнит солист Государственного академического Большого театра России, солист Тбилисского Государственного академического театра оперы и балета, народный артист Грузии Атар Кунчулия, концертмейстер Владимир Родионов. Oh!
высоко легко.